Здравствуйте, друзья! Ну что, хочу поздравить всех с Новым годом. До начала Нового года остались считанные часы. Спасибо большое, огромное, что вы смотрите меня. Без вас меня бы не было. Это я не буду говорить, что я там, вот я этого добился за этот год, чего-то многие не могли добиться вот в этой именно сфере моих видеороликов. Да, нет, друзья, это благодаря вам, я хочу сказать, благодаря вам. Вообще, я набрал почти 7 тысяч подписчиков за 7 месяцев. Благодаря вашим просмотрам, вашим комментариям. Спасибо вам огромное. Без вас бы не было меня. Вот, как кто-то будет говорить, я что-то стою. Нет, без вас, друзья, без ваших просмотров, без ваших комментариев, без ваш я ноль, без палочки. Спасибо вам огромное. Вот, этот год, в этом году я начал выпускать свои видео. Вот, вы меня поддержали. Хочу поздравить всех с 2018 годом. Желаю вам добра, счастья. И самое главное, друзья, чего хочу вам пожелать. Вот в данный момент самое тяжелое, что на душе, вот сейчас нету в этом году моей жены со мной. Вот она родила мне ребенка и лежит сейчас в больнице. К сожалению, ее не выписали с роддома, и она останется там. Вот, пока. Так что, и вот самое горькое и тяжело, вот не хватает родного человека рядом с тобой в этом новом году. Вот, так что я хочу вам пожелать в новом году, чтобы всегда вас окружали только ваши родные и близкие. Вот, знаете, без них вас не будет. Так что все, спасибо вам огромное. С Новым годом, с новым счастьем. Спасибо. Пока-пока. До новых встреч в новом году. Искренне ваш Иванов Вадим. Все, целую. Всем пока. Спасибо. Пока.